То есть 11 мне очень комфортно. Тебе пушку а кто надо. знает, как... Да, кто знает, когда на острове обновят пухи, типа у меня там 400 этих, блядь, уже когда почетных выйдет знаков. Этот, как... В конце июня, когда сезон Нет. закончится. Нет. Ну, я, короче, когда коржан. А ебать, уже так долго. Ну, типа, как бы в когда так коржан. Правильно, так и должно быть. Ну да, ну так на X3 было по-другому. На X3 так именно так и было. Когда коржан 30. Там раньше было. Нет, там же изначально 32-й шмот, а тут 213-й, понял? Да, 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 да. Из-за этого как бы время больше. Да, все, давай, пуляем, босс. Я маленький забираю, все. Да, да, да. Танч, сначала играем в маленького, потом... Ну, то есть ты сначала маленького танчишь. Вик, забирай маленького танчишь. Я к-нибудь сторонку их отведи просто от большого. Далеко не отводи, не надо их в угол. Он сейчас лужу с ног будет кидать. Вот видишь, я срываю? Я без лужи тем более. Вот сейчас в лужу стоимся. Смотри, у тебя этот бегает. Ты стойку кто сменил? Подведи поближе, поближе подведи. К нам подближе, к руне подведи. Ты к синей руне веди. Ну, к синей руне подведи. А чё с агро? У него, я, блядь, что за хуйня? Ну, он не умеет, наверное, играть. Да, выводи. Выводи. Оставил, да, не встали? Сидел. Че, мне Макс выйти? Да-да, ты выходишь. Ржу наберите. О, на этот на лужу стоим. На край вставать аккуратно. И ДПС. Хуй, она не в меня почему-то летит, а в вас. Сейчас она будет ренжу, сейчас он будет касть. Вот, ренжу набираем 10. Смекалка делает? Да, да, Саня сделает. А, руна под боссом, все, ну, подведи сюда поближе. Хотя он догорит. Можно уже большого свечи, если он догорит. Это вы добьете, я думаю. Ну, а все, как вот чудо долго пивали? Стойку смени только. Ты, ты забрал? Да, моя задача какая? Войд, ты ДДшишь, Войд танч. Потом, если, ну, пока... Герард. Герард. Есть я серия? Уже дал. Нету Герард. А, нет, все дал. Скиньте Иннер, пожалуйста. Скиньте хорошенько. Истерия есть? Какая? Истерии нет, 30 секунд. Давай зубы повыйду. Истерия в начале была. Войду в зубы. Дайте чем, блять, вас все уже должны добить. По сотке критовый, поиграть. Бля, 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 не отпрыгивай, что-то нихуя, я сейчас убью всех тут. А, еще 8 секунд. Шея, блять, нихуевая, я помню. А что такое диск? Это квест, пока он, короче, пока от него смысла нету. Он плащ себе забирает, там сейчас. Если хочешь. Ну, там блокирование щитом, типа. Ну, то да. Паловский, наверное. Верстал. Диск это типа это. Но нужно всех хэми закрыть, этих хранителей, и Лагалона убить, и с него и там будет.
квест итом, короче. Ну, нет, в смысле, итом, короче. Будет там два кольца, два плаща. Чё, дальше я дамажу, да? Да, дальше ты дамажишь. На Фрейе, я не знаю, в одного попробуем. Я хуй знаю. Потому что... Ну, если мне обычка, кажется... то в одного можно. Не-не, хэм, хэм. Наверное, в два будем. Ну, наверное, два. Ну-ка, давайте аккуратно запульте. Вот, вот тот, когда он вдалеке там, вот тогда запулить. Пуляй пока, только аккуратно пульни, пока тот далеко. Все, уходи. Вот, все красиво. А ты как ротацию начинаешь, блядь, на ДК своем? Вот когда пуляем босса. Как пуляем босса, ну, так же ледяное, удар чумы, потом... Не-не, забудь эту хуйню всю. Смотри, хорошо, два ледяных прикосновения, это первое. Да. Второе, сразу кровоотвод и сразу мгновенно третье ледяное прикосновение. Потом, если ты танчишь одного босса, сразу нажимаешь усиление рунического оружия и еще три ледяных прикосновения. Уже вот шесть, ага. Это уже шесть будет. Потом они откатятся еще сразу три. То есть ты должен как можно вообще максимум игра набрать. Потому что, ну, ты и я без руны тебя сорвал, я оставил тебя сорвал. Да, да, я понял, я даже этот что-то больше на большого засмотрелся, короче. Мы на Хадира придем, ты не, ну, если будешь так и проебываться, ты не удержишься. Не понял, понял. Твоя ротация должна на первом месте быть ледяное прикосновение. Если откатилась руна, сразу ледяное прикосновение. И всегда надо бить. Вот если ты танчишь, то поровну в каждую из целей ЛПшки кидаешь, типа. Вот. Ну и смотри, типа, какую, сколько кто бьет. Ну и если ты танчишь, ты должен всегда бить. То есть кровавый удар у тебя должен быть. Руна крови должна быть в КД. На тебя вешается минус 5% урона по тебе. Всего урона. И магического, любого. Вот. И всегда бить. Если ЛПшка в КД, любой другой хуйней бьешь. Удар смерти это отхиливаться, а он тратит нечестивости и льда по одной руне. Удар смерти это твоя хилка. Все, погоди, ману. Ну ты тоже щизи босс. Тут, да, ты стоишь в центре и все. Тут да, короче... Потом еще. Да, мы знаем, там по рукам. Рибасов не хотите рибасов? Как босса забрать, так пожалуйста, рибасов. Это да, не переживай. Даже я рыбку поставил. Санёк, дай столик, тоже наберу, что ли. А чей ДБМ метки ставит? Я не помню. Это мой разве ставит ДБМ? Мой ставит. Идите. Как ты меня назвал, Серёг? Санёк вроде. Серёга, блин. Сейчас я крылок сделаю. А, вы знаете, кто такой Дмитрий Гордон? Украинский. Лысый мужик? Да, украинский, типа, это интервьюер. У него, короче, вышло недавно интервью, блядь, с Серёгой, блядь. С кем? С рэпером Серёгой? Да, да, с рэпером. Он там такой серьезный, прям вообще, блядь. А есть такой желтый камушек с собой? Желтый? Да, я всё готов. Желтого нет, мне только красный стиль. Шёл, давай, сейчас убьем, дам тебе лысый. Всё, блядь, его. Че, в грудак его бить? Да, в грудак. Да. В руку схватит, выбьем руку и поедем. Ну, Арч, есть серия? Твой серия, блядь, есть гера? Нет, КД же, блядь. А, ну тебе могу дать, да? Да. А есть серии такие? Во. Рука. Все, выбили в тело обратно, right? В руку не перебарщивай.
отстань нахуй. Руку сыграть. Все, выбили тело обратно. Нечаянно, бедняга, что за тобой гоняется? Его вчера хейтило, блядь, сегодня нахуй хейтило. Или когда? Да, вчера его хейтило. А хули он самого жирного убирает из нас? В руку сыграйте. Обратно в тело играем. Сука, я стакер поймаю. Типа она за мной хуяк переключилась на кого-то другого. Нормально? Да? В руку сыграем, в руку, в руку. Тело, тело, тело. Ну, сейчас, короче, босса до 15 доводим и тупо руку разбиваем. Или можно тело добить. Ну, бей, руку разбивай, бейте в дотало, в руку просто, да? Там, тело там должно дойти, как-то. А я по телу поиграю, в руку. Сейчас обдутаю. Бля, стоит, бля, вообще похуй, бля. Да там я по щитам стою, бля, мне похуй. О, это что, Тринька упадет? Не упадет вот эта, бля, дрицкая, нахуй. И престовская. А, сука, нихуя не упадет. Говно лут, блять. А чё всё, блять, на приста, на, блять, всё с духом падать, ебать. Это вообще лут говно, если честно. Выпуливай одного сразу, этого справа, крайнего. Если он может, один выпулит, может, двоих, хорошо. Давай. Вот сюда только зайдите в угол. Давай. Да просто по, одно, да. По одному, аккуратно. Чёрт, дашь камушек жёлтый задет? А чё Сфера к нему побежала, ко второму, блядь? Не знаю, заряжает. Он пизды, да, стрелял? Всё, спасибо, я тебе после рейда. Так, сейчас как его убьём, это вырастет, блядь, и будет лут потом, блядь, ваншот. Да она, он уже пропала с него. А не влияет, это не Сфера дело. Такая механика, что одного убиваешь, второго вырастает. Он типа, ну, на РНЖ? А, ну... Там Сфера туда вон полетела. Ну подождите, Сфера. Подожди, подожди. Так, Сфера не Сфера, там на нем висит дебаф на 100% урона. Давай, пуляй. Ну, со сейчас Сферой еще больше. Прожимку отдай просто сразу. И РНЖу наберите. Он там хоть... Да. Хуя себе, блять, он зарядил. Чуть не прибил его. Как бы его надо спиной ставить, прибил изначально. Да, давай. Че, Павлов ходал нормально. Смотри, короче, ты знаешь, когда босса танчить? Ну, короче... Ты с тиграми? Да, смотри, короче, мы его будем пулять вот здесь, на лестнице. То есть, ты его вот сюда сейчас... Иди сюда, вот наверх поднимайся сюда. Ну, ловишь его тут, и вот мы вот тут стоим, короче, и... Ну, назад туда идем, короче, потихоньку. Стоим,
под ногами у босса. Я тебя перекинул. Короче, босса нужно сбивать 100% каст. Как он называется? Удар, блядь. Часовой. Че, антифир ему кинуть? А, удар часового. Да я в пати кину, Арчи будет тремор ставить. Я тогда на себя антифир кину, может, в дисколе. Короче, все, кто могут, ну, ты, как бы, включая тебя, все должны сбивать каст, удар часового. Ну, да, 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 окей. И все, просто все. Ну, как бы, стоим под ногами, убиваем сначала котов. Да, ну, ты ловишь и сюда к нам чуть так подводишь, а мы тут будем стоять. В центр, да? Да какой центр? Вот сюда. Его, мы просто стоим под ногами, все вместе под ногами стоим. Окей. Убиваем котиков, дамажим босса. Появляется большой котик, мы убиваем большого котика, а он разливает лужу, мы этот лужу подальше отходим, ты босса к нам подтягиваешь, и все. И, в принципе, вот это вся тактика на босса. Ну, походу, скажешь, там, когда надо будет перетащить тебя потянуть. Да. А ты сейчас все видишь сам. Там ничего сложного. Мы там вообще ее в углу в прошлый раз били. Где нет, моба первого бьет. Это 25-ки так бьется. Тут может так не сдать. Сейчас просто, не знаю, какой-нибудь сейф можно сделать. В одной точке стойте под ногами, чтобы коты не прыгали. Да, сразу щиты Даша уже накидывает. Сейчас в котов сразу играем. Тупо в котов играем. К нам подойди его, где мы стоим. Бля, в 25-ке вот такой пул, это похороны были бы на Сурайде. Я же тебе сказал, к нам подведи его. К нам. Видишь, где мы стоим? Угу. Ну так, ну, подведи. Сбивайте каст еще. Пускай его с лестницы. Все, стой. Да, блядь. Чего он тебе вертит? Не верти его, не надо вертеть. Не верчу. Весь рейд должен перед лицом стоять. Ты поверни, блядь, да, на нас. Ты повернись к нам. А, наоборот. Все, окей, я думаю. Я говорю, зачем ты вертишь? Он делает. Она типа делает каст, и кто, ну, типа. Короче. Типа, чем больше людей, тем меньше урон, типа. И за кастом смотри, который на боссе после фера, она кастует, да, может, раз будет. Ты ведешь босса или нет? Нам бить как бы надо, прием. Не этот каст, после фера каст, который она кастует. Удар часового, там такой синий значок у каста. Подведи ближе, ну мы как бить будем, ну? Кучу встали. Сюда веди, от лужи отводи его, там же лужа. Веди. Вот веди. Этот. Вот я на лестнице стою, прям сюда просто подведи босса, прям вот ко мне, блядь, да, прям ко мне, все, стой, танчик. Большой опыт. Сука, блядь, да. Все, отходим, уходим. Веди сюда. Мне вести, да, я? Окей. Ну, конечно. Протягивай, прям сюда веди к нам. Прям... Блядь, там смекалка в лужу. Блядь, успел. Сюда проводи, да? Проводи. Еще проводи, не стесняйся. Я думаю, можно следующих кошек не бить, стой. Просто босса бить уже. Ну да, тут уже они хп быстро. На себя забери эту кошку просто. Удар часового, каст. Да, вижу.
нифига, меня как бы кошка хуярит. Что? Косты сбивает по тяжелому. Терпи. Батька будет. Ебать, дайте маны, сука. Блять. Вообще не дамажу на. Ты, блядь, гейски классно. Ланд, конечно, блядь, прикольный, но 2 из-под больше, блядь. Чёткий ланд. Так, короче, давайте... А, трэш Хадиру, ну... О, кто, блядь, Хадиру почистим и перерыв сделаем, ну, блядь. Идите, я, короче, сейчас отойду туда. Мне нужно 10. Пока пойти. Я ещё быстро приду. Снежки только не наступи и отходи от них подальше, да. Да, 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 я помню, там какие-то змеюки выходят. Хули. Давайте Торима, наверное, напоследок оставим, убьем сейчас потом еще Фрею и Венерона, что мы там, скорее всего, подвисим. Я так... Ну, обычно так и ходят. Не, ну, может, вы, блядь, я хуй знаю, любите пожестче, блядь. Че, тянуть его сюда? Вот сейчас этот загробник уйдет, подожди. И его вот сюда, где мы сейчас стоим, в проход его выпуливаем. Угу. Давай. Угу. Давай, давай. Загробника тоже не там. Баф не диспелится с ним. Макс, попробуй этим масс дисплей, нет? У меня не получается, допустим. Ну, у меня тоже, в смысле, прист, который килен. Я понял, диспелится. Да, да.
Че, где трэш? Ну сюда, да, да. Туда дальше к боссу пробегайте, ну, сразу, чтобы тут тучку нету. Не, сзади тучка, видишь, ее не, нельзя в нее зайти. Там хули кто-то уступил. Понял. Ну собирай тогда всех оттуда. Периф. А, периф. Давайте. Сколько там? 5 минут? 3? Сколько?
Че, первый закончился? 5 минут типа прошло. Безвредного нету. Так, я пришел, я тут. Все здесь или я пойду кофе еще налью? Сейчас проверим, все не все. Элизы нет, ой, да нет. Нет, я тут, я вижу. Подтверждаю, значит. Ай-дай. Давай тут как-нибудь тактика меняется или что? Типа я его держу, там сверху эта херня падает, и потом... Ты вводишь его просто, то есть ты его танчишь, выводишь, да, просто из луши. Ну, ты типа потихоньку двигаешься, просто потихоньку выводишь его из, ну, из глыб, из большой лужи, которая падает, и все. Большую лужу, да-да. И все, ты его, все там ты собираете. Смотри, ты его води не по краю, а плюс-минус где-то около, ну так, где-то вот по центру, чтобы, короче, все РДДшники... Ну как по центру? Ай, короче, ты не должен далеко от РДДшников выводить, вот так. Ага. Потому что, допустим, смотри, допустим, вот... А, сейчас тебе вот метку поставлю, череп. Допустим, вот тут луч, да, блядь, а ты, например, босса вот туда вводишь. Это далеко будет, мы просто не сможем доставать. Ну, тут. Смотри, тут тактика элементарная. Его нужно просто быстро убить, и это будет хэм. Че, пуляем или че? Или я за кофе пошел? Ну, да бой. Уже, наверное, 6 минут прошло, поэтому не знаю, что там. Войдай, иди за кофе, войдай. Я туда тоже пойду, еще отойду. А потом мы на кого пойдем? На того, где чан этот, бля, и эти надо жарить, а потом их остывать? Или что? Остужать? А, или, блядь, вы все отошли, я сам с собой разговариваю. Так, а я на Фрейе и Немироне не был. Надо будет мне эту тактику рассказать, что ли. Я был на тёлке, которую мы убили. Это на этом был. И все. А, ну и на том, которому мы еще пока не дошли, как я понял, где надо жарить этих мобов, а потом их остужать, водить. Вот и все. Так, дальше пойдем, да, Фрейю. Хэми сразу. Да, поэтому мимика надо будет... Фрейя, Мимирона мне надо будет сказать. Ты их не бил вообще ни разу? Нет. Когда-то Мимирон... на циркуле давным-давно, ну там, изи было. Чё, где там воет? Ау. Ждем. Мы творим его в хэме, да, 100% бьем? Мне тренинг нужно сделать. Да, в хэме. Там же в хэм торим нужно просто быстро комнату, да, пробежать? Да, запустить. Быстрее, чем за 3 минуты. В комнату и там это, блядь, еще... Пизда, ну и потом не сдохнуть, главное, блядь. В прошлый раз мы его убили, и реально, блядь, еще секунд, блядь, ну 5-10. Ну, и там, на самом деле, мы проеблали, мне кажется, в прошлый раз. Сейчас а мы сможем? Ну, мы у нас сможем? Сейчас два приста, типа, мы как будем, два моба или одно, как там мы будем? А хилить один? Я не знаю, мы в прошлый раз его убивали, мы вроде без мобов даже убивали. А я не помню. Ну, я ничего не контролил в прошлый раз, а я... Все, один... давай, пуляем босса, поехали. Стартуем? Да, стартуем. Керу скажите, когда. Ну, да. Тут можно на месте прыгать. Леник ссылает, ничего.
Луч под боссом. Ну, выйди с луча, босс. Я луч под боссом не вижу. Разнеси. Да, вам Геру-то давай. Нажимай. Ну, грузовая вот. Да. Сейчас с больших лучше вышли. Зашли на большие. Разбили эти глыбы. Ого, а что тут морозит меня? Тебя заморозило? Угу. Потому что ты не зашел на большую. Ну да. А, все окей. Вот поэтому я спрашивал, типа. Ну я ж тебе сказал, заходи. Да? Ладно, пропустил момент. Я там забегал на обычке. На следующем дуновении отдайте что-нибудь. Келени, Макс, это. Отдашь. Арчи, за мной сегодня просто. Сейчас с больших выйдите. Заходите. Пизда, босс. Тут. Просто в босса играйте, ему босс можно не прожить. Блин, как будто самый легкий был. Он легкий. Ага, блять, поиграл бы ты хилом на этом боссе. Че, посох упадет, нет? Не знаю. Там, может, на танка что-нибудь упадет, было бы круто. Паладин жрец черный. О, кольцо! Бля, заебись, у меня нет кольца. О, дробящий этот. Так а чё мы, боешки как ролим? Ну, танк и паладин. А где боешка-то? Ну, он кольцо. А, пацаны, уступите, гляньте мне. А, круто, если отказались. Да, забирайте себе боешки. Если, ну, шмот нужен, забирайте себе. Так. Го, обратно, возвращай. Когда падает крутой посох, ебать, крутой щит, ебать, такая дичь ебаная, бля, попадает каждый раз. Да, на прошлом КД то же самое упало. Да, срез забрал, ебать. Что вообще с дропом тут было? А перстень этот кто забрал? Никто еще? Он не разыгрывался. Бля, это. О! Лишь. Круто. О, Арчи, мы с тобой не туда побежали. Ну там же вперед бегите просто. Ну мы назад пошли, короче, с ним. Куда вы пошли, блядь? Ну, подожди. Нам на правую же сторону, да? Там же, блядь, телепорт я забыл. А, окей. Оранжерея жизни там что есть. Мы сейчас пойдем на тех боссов, на которых я не был, да, еще? Ну. Сейчас на Фрея идем. Фрея и Мимирон. Ну там расскажешь тактику, как помню. Расскажем, дойдем, пока трэш чистить будем сейчас. Мне только плечи остались, один токен. Они с генерала, типа, генерал нужен. Или подожди, кто они там падают. Я так, перенеситесь в искру воображения, туда надо? Оранжерея жизни. Оранжерея, окей. Первый кусок. О, быть, красиво. А, мне Торим, блядь. О, мне Торим нужен. Чё, го, давайте. Часик. У нас приз забрал токен, слышно. Маленьких. Сюда оттягивай, отводи, сюда. Отводи. От этого большого моба подальше отойди. Да. Все, танчи. Даша, ты забрала токен хотя бы нет? Да, забрала. Да, кого и никому не нужны. Она оба забрала. А, оба. Хуя-то хапаешь. А токены что обновляют вот эти? Это Т8 токены. Не отвлекайся, танчи. Обна...
Ты танчи лучше, мобы на мне лежат, блядь, чтобы они мне ебали. Я вижу, вижу. Ну так забери. Стараюсь забирать. Видишь, где мобы? Блять, сука, это у тебя лиза вот эта еха, или у кого, блядь, эта хуйня орёт? Возможно, но я на минималке поставил, вообще не должен слышать. Поставь еще меньше. А что, у Торима решили, да? Не, Фрей. А, точно, Фрей. А чё для мимиронов, ну, надо, чтобы в хаймоле его убить? Чё, он там сильно сложный? Сейчас нахуй, я не знаю, я уже не... Дракона? Всю пачку пыляй просто, танчи всю пачку. Да, мимирон... Мимирон в харде такой легкий, что его до сих пор никто не убил, блядь. Только это, косты этому коню позбивайте. И с этой тучи уходите. Там помимо того, что, блядь, вот это все, весь пиздец, который происходит, начинает во время боя с боссом кидаться огонь на одного из участников рейда, и он все время заливает комнату без остановки. И к концу, к четвертой фазе, блядь, будет залито нахуй процентов 70 комнат. Это просто некуда маневрировать. Там надо нереальный ДПС, нереальный ХПС. Разуга. Макс, что у вас тут? С робота убили в хейме? Робота? Да. Ну, первого, не робота, утюга. Огнестрел упал. Там упало, не робота. Не падало. Пушка упала. Три не упала. И три не упала. И она никому нахуй не нужна. Пришлось распылять, но. Нормально, бля. Зажались, бля. Убили? Собрание убили? Можно на Фрея. Я только что стрим открыл, у меня подлагивает, что-то интернет очко вообще, блин. А что с этого собрания упало? Шея, хас, пили. И что-то еще какая-то хуйня. Да мусорка всякая падала. Да. Короче, нихуя толкового, да? Запрыгивай прям туда. Нам что-то на лут вообще нахуй не фартит. Какой-то пиздец, хоть брат. Убили какого-то босса, там на РДДшников две шмотки, три упало одинаковые, блядь. Сейчас два токена с Хадира упало одинаковые. Да, у нас с Хадира второе, когда в подряд одинаковый лут падает. Шапка это беспонтовая, это кольцо, блядь. Ну вот мы сколько ходим, у нас по факту, ну как бы... Может быть, лут-то и разный падает, но чистое дерьмо, которое ну, вообще нихуя никому не надо. Не апает никого толком. Да, там... Просто есть уже вот это. Пацанов, как там успехи, никто не смотрел? Посох один там выбили или еще. Так, чё, кого? Следующую пачку, чё. Только забирай, отводи, чтобы мне ебало не сломало. Отводи их подальше. Их нужно просто развести еще. Все, бейте. Чтобы они, ну, дебаф с них, дебаф точнее пропал. Там у них 90% уменьшения урона или 99, что такое. Ну ты, бля, ну как это там? Да я стараюсь тут все эти. Бегаю за всеми, блядь. Ой, я забанил. Сейчас тебе потеть придется, это сложно боже там. Куда мы сейчас идем? Ну вот тут, да. Ну Фрей вот этот босс. Вон босс стоит, видишь, вон Фрей это босс.
Бля, это тупо. Дракончик. Типа тут, короче, сейчас тебе объясню, что за босс. Короче, босс, у него получается две фазы. Первая фаза с мобами, вторая фаза просто чисто босс манекен. Ну, просто нужно, нужно перебегать. Будешь его с берега на берег водить, просто босс. Когда он там... Он, короче, будет просто гадить такими спорами, ну, такими даже не спорами, такими стручками, хуй знает, что такое. Корни кидают такие, они вот там взрывают. Да, просто нужно будет перебежать и все. Там не сложно. Там сложная только первая фаза, потому что там мобы с ними там есть прикол. У них разные там обилки мобов, разные способности. Плюс мы делаем ХМ-мод, тут еще у босса будут дополнительные способности, которые будут мешать, а не АОЕшные. Так, вот еще справа. Артстайл, мой первый, твой второй корни. Это дисплей. Фридом он имеет. Ты еще право, иди еще право. Да ты ебитесь от меня, блин. Здесь стопит, я не могу аж дышать, мне чуть сейчас кушка трое, блядь. Так отключи батарею, перекрой просто, только, ну, обе перекрой батареи. Точнее, два крайника, кстати, там два крайника. Так, вот тут еще хуйню пульнем, давай вот это. Вот. Нимфа, блядь. Нимфа. Так, не вижу. Ну вот, впереди. А, все, впереди. Так вон там еще слева прочь, ее тоже, наверное. Да, ее тоже слева. Это мука сбить. Да, я причинил сбить. Да. Там, когда мобу будет заливать, то аккуратно не бахать их сразу одновременно все, чтобы обосрать схему. Ну, мы сейчас все обговорим. У нас сейчас массакра будет, даже две массакры у нас сейчас, думаю, будет. Арстайл, сделай сейчас буст массакрой. Попробуем, ну, будем на две эти пачки давать, каждый по массакре будет просто отдавать. Эту пуляй тоже пачку. Да, сука, блядь. Стресс молчит, ничего не включает. Ну, наверное, босс охуярит. Все. Так. Ну пока там дела свои делайте, давайте я объясню. Да, ты пока так. Ага, давай. Я сейчас все расскажу. Сейчас я пока релогнусь. Так, а сам босс. Вон он.